ты елки-палки. Жерех бьет. Оп, и это рыба, ребята. Рыба, рыба. Оп. Вот такой судачок. Готов, красавчик, ребят. Видали? Так и взял. Вот такой красавчик. Ну, к полтиннику. Съедобный чувак. Стечение. Тут чистая водичка, да? На вот такую приманочку. Вот такой красавчик. Просто песня. Так ударил, я так думал, что как судачок, но нет. Так, родная, ну иди сюда, давайте покажем ребятам, да, какой-то у нас красавчик. Ну такой серьезный кабан, да. Хорошая рыбка. Как раз по дождику. Клюнул так, как судак. Тюкнул. Схватил. Со дна подобрал. Мы его отпустим. 14 грамм летит неплохо. Оп, и это рыба, ребята. Причем похоже на окуня. Как-то дрыкается он странно. Рыбка эта бьется. Может, и судачок. Нет, таки судачок, ребят, не окунь. Видите, какой красавчик у нас. Пробил я туда. Такой хороший. Полтинник есть. Поехали. Да, вода вообще рухнула. Как рыбу доставать, не знаю. Что-то буду думать. Струя тянет.
Да. Условия рыбалки меняются и меняются с каждым днем. Оп. Рыба, что ли? Да, рыба, ребята. Ё-моё. Как так-то? Рыба схватила. Блин, я тянул так его. Ух ты, давит-то как. Ну это не судак, это на щуку похоже. На здоровую. Либо на сомика даже. Бьет как сильно. Ух, давит как. Да, она сама, скорее всего, похожа. Нет, это не сам, это здоровая щука, видать, была. Фу, оторвалась нафиг. Покоцала мне весь флюр. Ой-ой-ой, порезала, блин. И погрызла мне всю джиголовку, смотрите, ребята. И здесь зубами, блин, да? Здесь, и здесь. И флюр покоцанный весь напрочь. Угу. Бросай. Не-не, я потом. Давай, куда тебе удобно. Мне же видно потом. Ни о чем не думаешь. Тут опять приехали, пасмурно, холодно. Там классно вообще было. Да, ну тут жара стояла. Не, ну там бриз, там хорошо. Ну, хорошего всегда надо понемногу. Чё? Куда ты собрался? Там нету рыбы. Не ходи туда, тут бросай. Я тебе говорю. Не теряй время. Федя, рыба. Не, маленький. Не знаю кто, но маленький. Или окунь, или красноперка. Да ну, красноперка. Верешок, блядь. Нет, судачок, блядь.
Ну да ладно, он маленький, я не буду его брать. Так, так, ребят, ну чё, ни хрена себе у тебя этот. Будем его отпускать. Вот такая тюлька. Ну клюет. Вот один год вот таких было. Смотрите, вот он под камешек ушел, видите? Так, ребята, такая вот жереховая морда попалась у нас, да? На такую блесенку. Пробил капитально. Сейчас попробую вымыть. Стоять. Поранишься только. Чтобы он не дергался, этот жерех. Два раза бил, да? Раз ударил, а потом догонял. Ну, этот каркозябл нам не нужен, поэтому мы с вами его, ребята, сейчас реабилитируем. Да? Пойдешь, кабан, свободен. И эта рыба, ребята, есть. Что значит изи шайнер у нас, да? Что за рыба, будем смотреть. Блин, хорошо похож на судака. Так и есть, ребята, судачок. Смотри, какой красавчик. Красавчик. Да, значит, судак идет на пелагику. На джик не идет, а вот на пелагику. Самое то, смотрите, как он заглотил там, видите? Сейчас будем его сыпать. Хорошо пошел туда крючок. Вот такая рыбка, а вот такой судачок, съедобный, сантиметров 60.